Лезь на землю! Ладно, боже мой, ладно. Я сказал, я на землю! Я ничего не делал! Нет! Руки за голову, мразь! Быстро! В другой раз получишь пули в лоб! Ясно? Это Чин. Чин. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, вам! Закрываем! Джой, сваливаем отсюда. Джой, ну что, давай. Гребаные цикады. Внимание, пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Похоже, все чисто. Идем. Твою мать. Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. О, боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Берем снарягу.
Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Не подсадишь? Готов? Да, мэм. Руку. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Эй, посмотри вон там. Лестницы нет. Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы, это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Да, он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку.
А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. Черт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась! Не хочу превращаться! Не бросайте меня! Ты что задумал? Пошли!